Под звуки гимна в небо поднимается российский флаг. Церемония в честь Дня России прошла в городском стадионе. В событии участвовали общественники Уссурийска, народные контролеры и представители добровольческой дружины «Серебряные волонтеры». Нашими учеными сделаны важные открытия, а достоянием нашей культуры могут позавидовать многие другие народы мира. К уссурийским активистам обратились военнослужащие. Неравнодушных граждан поблагодарили за участие в общественной жизни города. Наградой за сдачу нормативов по физической культуре стали знаки отличия «Готов к труду обороне». У нас вручение знаков отличия ГТО. Год назад мы сдали норматив. В этом году мы наконец-то получили долгожданные значки. Очень счастливы, очень рады. После церемонии вручения знаков ГТО участники встречи заняли места на спортивных ковриках для того, чтобы провести дыхательную гимнастику на свежем воздухе. Впереди сдача новых нормативов и постоянная готовность общественников – пример для подражания остальным. Сделали крабиков и побежали по своей умной, светлой голове. Давайте разбудим нашу голову. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс.